Итак, ребята, всем привет! С вами снова я, Лиза Шубина. И сегодня, по просьбе многих моих подписчиков, я делаю это видео. Вот. Если вы читаете или пишете мне комментарии, то вы могли заметить то, что многие другие люди могли писать о просьбах типа: «Лиза, сними, пожалуйста, обзор на свои спортивные шмотки, типа лосины, топы и все в этом роде». Вот. Ну что же, я писала комментарии, я решила, то есть, но почему бы нет, надо как бы снять. Ну, раз подписчики просят, можно, в принципе. Вот. Так что сегодня у нас будет видео об этом. А так, ну что же, поехали. Вы могли просто многие видеть, мы многие вот эти вот все костюмы, не костюмы, на фотосессиях, в принципе, на их видосах, ну, какая разница. Этот комплект не совсем новый, я его буквально только заказала. Это, короче, вот такой вот топ розовый. Заказывала на Wildberries. Вот. Размер S-ка. Сколько стоит? Я особо не помню, чуть попроще скажу, как вспомню. И вот такие вот лосинки с такими вот штуками, короче. Вот. Тоже с Wildberries. И тоже размер S-ка. Вот. Цена чуть-чуть позже. Сейчас я покажу, потом уже сам скажу, где помню, где не помню. Дальше у меня есть две списки, те, которые вы меня уже много раз видели. Просто я в них практически постоянно. Вот. Поэтому даже про них рассказывать ничего не надо. Вы просто в видео разных могли видеть их, знать их цены и все в этом роде. Топ. Вот такой вот идет. Секундочку. Тоже черненький, кайф, классный. Вот, тут написано Victoria Sport. Не знаю, мне просто этот топ, так скажем, подогнали. Вот, но он, в принципе, кайфовый, мне в нем удобно, вообще классно, поэтому мне нравится вообще. Дальше у меня идет вот такой вот топ. Ну, он спортивный, вроде нет, но, короче, да, могли видеть меня на фотосессии. Когда мне было ярко, то есть это какая-то там желтая была. Вот, и под этот топ идут вот такие вот велосипедки, такие ярко-салатовые. Ну, в принципе, прикольные, мне нравится их сочетание. Дальше у нас уже заезженные всеми велосипедские топы. Вы тоже видели хуже миллион раз. Вот. Велосипедки с Wildberries'ом. И топ. Ничего не взял другой. Вот. Также у меня есть одни велосипедки и один топ, который не сочетается, но я их потом, так скажем, добавлю в них другие топы велосипедки. Ну, короче, да. Это вот такой вот оранжевый такой прикольный топ Reebok. Мы тоже его подогнали. Вот. И вот такие вот какие-то темно-синие велосипедки. У меня были похожи только ярко-голубые, но я их не смогла найти. Не знаю, может, я тоже один забыл, где-то что-то в этом роде. Ну, короче, не знаю. Вот. Ну, в принципе, у меня вот такая вот коллекция. И это у меня только велосипедки и топ. Я не стала брать лосины и всякие бриджи, потому что у меня в основном многие лосины черные, либо какие-то были даже красные. Бриджи у меня тоже все черные, типа, ну, блин, всякие так натонные, ничего интересного у них нет, то поэтому я решила их не брать, но если вы захотите, то я сниму отдельный видос для вас с лосинами, бриджами и с другими спортивными вещами, которые у меня есть. Только напишите об этом. Вот. Ну, так вот выглядит моя коллекция. Ну, давайте теперь я это все примерю и покажу, как вам это смотрится на мне. Поехали! Так вот выглядит мой первый лук, как бы черные велосипедки и черный топ. Я не особо люблю ходить прям так вот сразу в велосипедках в топе, мне как-то, не знаю, комфортнее, привычнее. Если, допустим, у меня топ и какие-нибудь спортиши, джинсы, что угодно, вот, либо велосипедки, сверху какая-нибудь кофточка, либо мальчика, мне так проще, не знаю почему. Ну, короче, да.
так вот выглядит мой второй лук. Те же самые черные велосипедки и оранжевый топ. Кстати, не знаю, мне этот топ, в принципе, неплохой, мне кажется, но я не знаю, периодами он, мне кажется, какой-то не очень, как будто страшноватый, ну, короче, все равно дорогает. Пойдет. Уже третий мой лук, тот же топ, который был первым, и велосипедки. Очень большой минус в этих велосипедках то, что резинка здесь не особо сильно устойчивая, так скажем, типа, ее ужасно плохо вот так вот закрутить. Потому что, ну, то мы видим вот этот ужас просто, рюшки какая-то, резинка очень страшная, ужасная. Ну, а так, в принципе, пойдет. Выглядит мой пятый лук. Такой сиреневый, хорошенький, мне нравится. Ребята, вот так вот выглядит мой шестой лук. Сразу говорю, велосипедки просвечивают, и это прекрасно, да? Потому что так что-то сегодня какое-то либо телесное белье, либо в цвет лосин. И потом также либо без, либо с чем-то нейтральным, так скажем. Я вам просто как примеру привела, как надо и как не надо. Вот. Также мне, в принципе, нравится этот лук, вот, особенно на велосипедке. Вроде кажется, что очень стрёмная резинка и тоже плохо сидит, как на синих, но на самом деле нет, тут резинка очень крепкая, хорошая, мне правда очень нравится, вообще суперская, вот прям нереально. Так вот выглядит мой последний лук. Да, топ отличается цветом от лосин, и лосины просвечивают, это тоже плохо. Вот, но, типа, меня просто на велвете немножко перепутали цвета. Ну, ладно, что поделаешь, по барабану. Вот. Я были лосины, скорее всего, верну, потому что я не люблю, типа, те велосипедки, лосины, которые очень сильно просвечивают, мне это не устраивает. Вот, но...
Это очень крутая фишка с вот этой вот штукой. То есть тут удобно, можно носки надел, кроссовки надел и побежал, начал делать упражнения или что-то еще. Вот, топ мне нравится, он классный, тут такая штучка есть. Реально кайфово, мне это правда нравится. Ребят, у меня на этом все, так что ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, оставляйте комментарии, еще раз говорю. Подписывайтесь на все мои соцсети, особенно на мой канал на Телеграм и на мой канал на Бусти. Буду вас всех везде ждать, очень сильно, с нетерпением. А на этом у меня все, так что всех люблю и всем пока!